Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2011 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил, КПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 94 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, комбинированный, ткань кожа, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, мультируль, подрулевые лепестки, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.